По центральным улицам латвийской столицы сегодня маршировали ветераны, но не те, кто сражался с фашизмом, а те, кто воевал на стороне нацистской Германии. Марш легионеров Waffen-SS начался с богослужения и завершился возложением цветов к памятнику свободы. В акции приняли участие около 1000 человек, в том числе неонацисты. Из российского МИДа последовала негативная реакция на шествие в Риге. Уполномоченный по правам человека Константин Долгов заявил, что разрешение марша легионеров СС – это прямое нарушение международного права, а также решений Нюрнбергского трибунала. Отсутствие внятной, адекватной реакции со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов на подобные акции и, более того, попустительство со стороны властей. Вот латвийская полиция сейчас, так сказать, выстроилась в оцепление и, по сути, охраняет неонацистов от тех, кто не согласен с их установками. Конечно, эта позиция лишь стимулирует радикальные явления. Шествие ветеранов СС и неонацистов устраивают в Риге ежегодно 16 марта. В Брюсселе считают их проведение внутренним делом Латвии.